За прошедшую неделю пожарные караулы 6 раз выезжали по сигналу тревоги. 12 августа в половине второго ночи поступило сообщение о пожаре в деревне Поручиково. В результате пожара полностью сгорела баня. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печного отопления. 14 августа ночью поступило сообщение о горении автомобиля на улице Мусы-Джалиля. В результате пожара полностью сгорел легковой автомобиль. Жертв пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.